От основ жилищно-коммунального хозяйства до правил управления многоквартирными домами. Для председателей советов многоквартирных домов, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов и всех активных жителей Куйбышевского района Самары провели обучающий семинар «Мой дом». Этот проект в прошлом году инициировал губернатор Дмитрий Азаров. Список обсуждаемых тем составили с учетом пожеланий горожан. В общей сложности уже на территории Куйбышевского района состоялись десятки таких семинаров с привлечением главных экспертов региональных в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Самые обсуждаемые вопросы, конечно, касаются законодательства, трактовок жилищного кодекса в части управления домами, как взаимодействовать с управляющей компанией, что вправе собственники за свои деньги требовать с управляющей организации. Сделать сферу ЖКХ понятной, обеспечить упрощенный и быстрый доступ к широкому перечню данных поможет современная платформа ГИС ЖКХ. Она позволяет без комиссии оплачивать коммунальные платежи, передавать показания приборов учета, контролировать работы по дому, проводимые управляющими организациями. У жителей всегда есть проблемы, вопросы. Как раз для этого мы обучаемся, чтобы эффективнее решать их проблемы. Людям хочется сделать ремонт в подъезде, получать более качественные ресурсы от ресурсоснабжающих организаций. Для участников тренинга организаторы подготовили наглядный материал. Каждому выдается рабочая тетрадь председателя многоквартирного дома. Это достаточно объемный документ, в котором можно найти не только ссылки на нормативно-правовые акты, которые работают в сфере ЖКХ, но и бланки образцов заявлений. Напомним, в Самаре продолжает работу бесплатный многоканальный телефон горячей линии регионального центра поддержки председателей советов многоквартирных домов 8 800 45 263. По нему все желающие могут получить консультацию, записаться на семинар или оставить обращение. Михаил Ермоленко, Ксения Баканова, Сергей Баскин. События.